Хорошо, понял. Всем привет, вы на канале Темная Рыцарь, меня зовут Дима, я продолжаю. Огромное всем спасибо за поддержку, за ваши лайки, комментарии на стриме и вообще просто огромное всем спасибо. Мои старые подписчики, мои новые, так сказать, подписчики, мои будущие подписчики и мои новые, старые и будущие друзья. Во! Да, уж миссия обещает быть очень классной и интересной, потому что вновь появились толстяки! Толстяк вернулся! А крутяк на самом деле, кстати говоря, он, сука, по-моему, двоих убил. Видите, вот кровь. Ого, уже исчезла. Получается, а во, один, сука, дохленький придурок. И там где-то, походу, он убил. О, тут вообще следы крови, а. Так, наша еще какая цель? Следуйте по тропинке к древнему храму. Окей, понял. Найдите потерянный паум. Окей, понял тебя. Кстати говоря, Дойл вроде бы, вообще пока Кригер вроде бы Дойл его не убил, не нашел. Но он знает, где он находится, а. Ну-ка, толстячок, иди сюда. Папка ждет. Ай! Ой, сука, лучше от него подальше держаться, а то, сука, с ними когтями меня... Есть, пожакай, да? Теперь он классно выглядит, да? Нет, таким выглядит качком, а? Снижать такое вот превращение, а он, на самом деле, призрак у него есть, видите, блин, прикольные штанишки камуфляжные. Блин, руки и базуки, вообще прикольно, а? Аника, погнали дальше, а? Я рад, что, на самом деле, я рад очень, что с Вау все хорошо, на самом деле, что она в безопасности, по крайней мере, пока. Кстати говоря, плющик миссии, мы почти кого убили. Мы сбили, сука, его на вертолете, но он, сука, выжил, а? И где-то, походу, вот сюда приплыл, а? Может, подошли в этой миссии, мы его кокнем, а? Так, что у нас тут? Ага. Эти жуки съедят меня заживо! Это тропический остров. А ты чего ожидал? В тропиках одни жуки. Меня об этом не предупредили. Говоришь, мошки тебя беспокоят? Подожди, ты еще не видел трагинов. Спасибо, подожду. Мошки заколебали его. Правда, да, трагин намного опаснее. Сочекать тут толстячка он обыскивает, не знаю, что там делает. Там у нас, видите, супер крутой умный валяется, сука, правда, без пушки. Так, раз, два. Получается, их там четверо, как я понимаю, да? Ну да, получается, этот придурок еще один за этой фигней находится. Если я не ошибаюсь. Ну да, вот он. Все, получается, а может тут что-то еще есть? У меня новая информация. Похоже, наемники засекли поблизости нескольких трагеров и открыли на них охоту. Держи дыхание. Они решили убить их нервно-паралитическим газом. Спасибо, Дэйв, за это предупреждение, а? На самом деле, спасибо. Я не знаю, что произошло, но хреново. Сука. Этот придурок, цель. Убить первого. Блин, я вижу, как они так бегают, сука, блин. Я еще спешу, на самом деле, а. Ай, блин, Димка, не спеши, пожалуйста, а. Тебе некуда спешить, а. Сука, ну ты чё, какие-то жопы, да? Вообще, не знаю, правильно я стреляю, а. Сука, вроде бы он сдох. Блин, каким образом, сука, мог сдохнуть? Хрен его на самом деле, не знаю. Мне интересно, кто тут такой у них был? А по-моему, был снайпер. Ну, наверное. Тигр, у него прикольная маскировка оказалась, а? Ну да, это был снайпер. Да, патрончики на снайперку мне всегда пригодятся. Так, мы наша цель ясна, в принципе. Сейчас главное осмотреться. Опа. Кто у нас тут? Какой-то дебил. Ого, три цели обнаружил. Нифига себе. Ого! Да сколько же вас тут, а? Ребята, что-то у вас очень даже до хрена. На самом деле, а? Есть, сука, одного мудня я кокнул, а? Ай, как я люблю эту игрушку. Кстати, я всем рекомендую эту игру поиграть. Правда, и поддержите меня подпиской, лайкой и вашими комментариями. Ну, если вам, конечно, не сложно. Я не напрашиваюсь. Если вам нравится мой канал и мои прохождения, подписывайтесь, не нравится. Ладно. Проходите мимо. Что я могу сказать еще? Я не напрашиваюсь. Да, сука, я знаю, что я сукин сын. Я знаю. Так, сейчас быстренько берем бароник. Опа, все-таки даже было двое. Ах, сука, кто меня палит? Ну ты, сука. Есть, сука, я его кокнул, а? А я его убью. Это круто, кстати, этих трюков умных. Было двое. Ах ты, сука. Да вы что, охренели? Я только с людьми разговариваю, сука, чё вы перебиваете меня? Ну, тублюски, а? Невежливые ты твари, а? Ладненько, сейчас быстренько пойдем, смотрим, кто этот дебил.
Сюда мы потом пойдем на точку, а? Сначала я лучше здесь вот полазил. Понятия не имею, что меня будет впереди ждать. Но походу будет очень даже весело. Прикольно, как мутанты Тайгина и каких-то монстры вернулись. Только я лучше так обойду, а? Потому что обзор будет получше, а? Ой, кстати говоря, правда, очень красивые острые птички летают, кстати говоря, правда, их не видно, но вот видите, чирикают они, а? Жучки тоже, блин, тоже жучков слышно. Да уж. Так, теперь этому придурку точно жучки больше не будут мешать. Кстати говоря, я недавно себе группу ВК создал, подпишитесь, ссылка будет в описании. Даже группу мою Discord подпишитесь тоже, а? И не больше с кем поиграть, какие прикольненькие онлайн-игры, почему бы иметь на стриме, и вообще, без стрима. Каким образом, сука, что за хрень? Меня бесит такая фигня, когда они так попадают по мне. Не, дебил, я не хочу. Меня это клинит на самом деле. Когда они так попадают, охеренно. Конечно, нравится. Очень даже нравится. Я просто обожаю, когда, сука, вы мне пизделей даете, а. И так это люблю, а. Да, сука, это серьезно, походу реально покойник, а. Задницы, ну, возможно, возможно, так в принципе и есть, сука. Все зависит от тебя. А, как будто стреляешь мне прямо. Своего, что ли, убил? А, отсоси, потом отсоси. Понял, понял. Ну, извини, это твоя прерогатива, а. Это твоя участь, придурок сосать. Тебя прикольненько эту, сука, поимел. Так. Ну да, сука, я нарвался, ничего не скажешь, а. Сейчас ты у нас только гребешь, капец, сука, их тут получай! Много. А, ебил, ты идешь ко мне? Сейчас ты умрешь. Ух ты, сука. Я иду за тобой. Подожди, подожди, я увидел дебила одного. Для тебя все кончено, ублюдок! Это же явно был не он, а. Что здесь произошло? Ой, сука. Я понятия не имею, что тут происходит, но кажется, просто твои люди решают отдохнуть, дебил. Я всех убил? Или нет? Это самое его... Опа, баги! Ага, крутяк. Крутяк, так в жизни. Опа, взрывчатка! Хорошо, это поможет. Я думаю, нам дальше, скорее всего, пригодится. Вау, жизни. Супер, через супер сохраненочка. Ладненько, погнали дальше. Тут такая правда, моя группа ВК прикольненькая, я развиваю ее. Мне помог ее создать мой новый друг Серега. Ой, Саня. Огромное ему спасибо. Понятия не имею, что за хрень происходит, а. Сука. Думаю, хочу выяснить, а. Так, быстренько. Патрончики возьмем? Возьмем. Опа, еще прикольненько. Все, все. Блин, прикольный остров, а. Так, куда мне лучше пойду? Мы на самом деле сначала так поехаться лучше, а. Как лучше будет обзор. Может быть, сука, тут наткнемся на еще мудаков. А может быть, нет. Что там творит? Сука, где вы? Где вы, мои новые друзья? Сука, ну по баге, куда ты едешь, я не могу понять. Какого... А, хрена, типа, он тебе сказать, да? Я сам удивляюсь, какого хрена тут творится, а? А я его кокнул или нет? Блин, баги заколебывает, сука, не можешь заехать нормально, ни хрена. Давай, назад объедем. Там, по-моему, еще люблю. Был, ну да. Стекай, сука, просто решили меня сзади спину войти. И еще один будет. Да охеренная миссия, блин. И при ПНВшка. Опа, пулеметчики, нихера себе, сука, вы охерели. Ого! Сколько тут пулеметчиков, блин? Раз, два. Какого хрена тут творится? Я тоже вопрос задаю. Ай, бля, класс, охеренная миссия. Так, правда. На самом деле, правда, если не ПНВшка бы, я тут хер, сука, ты увидишь, а? Везде зелененькие заросли, блин, не поймешь. Я понял, что мне надо ехать сюда будет, а? Я вроде бы этого только убил, да, убил. А, сука, баги поедет? Где бы должен поехать, а? Так, мне нравится на баги гонять, а? Опа, так кто был? Блин, баги, захарай тебе уже... Баги, ты заколебал, у меня есть спичка прикольненькая, багирка, это она будет классная. А ты, сука, что-то не очень меня радуешь, а, на самом деле, а? Капец, как ты меня не радуешь. Так, ушки, ладушки.
А, давайте я сейчас быстренько залезу, попробую вот так вот, да? Хотя хватит баловаться, Димончик, давай, давай, давай. Я понятия не имею, что тут происходит. Опа, вон, сучка, нам сюда надо будет положить взрывчатку, а. Сначала, сука, она со всеми разобраться. Тут присутствовать. А тут, походу, дохерает. А, сука, я ж говорил. Оба прикольные статуи, а. Опа, еще, ого. Так, больше никого не будет? Или будет, сука? Это важно. Я байки тут поставлю, а, если что. Так, сейчас. Давайте взорвем хоть. Я установил заряды. Опа! Боежелез! Вау! Я только сейчас быстренько поменяю пушку, а? Я думаю, мне кажется, дробовик точно пригодится лучше. Валика, пойдем, так сказать, в катакомбы. Больше вроде бы никого нет. Да, кстати, какой прикольный. Ну ты сука, а? Испоганил, тварь. Я думал, никого больше нет. А ты, сука, решил мне в крысе зайти, да? Больше никого нет. Все! Все сдохли. Блин, охеренная игра. Все, надеюсь, правда, больше никто меня сзади не зайдет. Так, найдите потерянный паум. Что за потерянный паум, я не понимаю. Валика, пойдемте сюда. Так, надо приготовиться. Да, мне кажется, тут будет жопа полнейшая. Я, конечно, не уверен, но... Дойл, прием. Я вхожу в храм. Паум находится рядом. Я не могу засечь его точное местоположение, но он должен быть поблизости. Понял, понял, Дойл, только не понимаю, что за паум. Это я не понимаю. Так, поблизости говоришь, Дойл, да? Опа. Кстати, какой прикольный храм, а? Затерянный храм. Может, будет так миссию назвать. Ну, да. Катакомба и просто затерянный храм назову, это в скобочках, а? Так, надеюсь, тут, опа, слоненок. Блин, что-то мне кажется, тут будет жопа. Я, конечно, не уверен, но... Кажется, я не один. Я же говорю, сука, я не один, а? Опять эти дебилы, сука, опять эти придурки, а? Я об твою налево, ну, сука, вы серьезно, а? Так быстро появились, сука, а? Вот это, сука, умные мудаки, а? Мясо, а? Сука, нихера себе его откинуло. Все жизни, сука, просрал за них, а? Ну пипец, а. Ну настоящий пипец, а. Зараза. Так я точно всех убил, а? Только, сука, броник взял все жизни. Ого, опять все кровище. Сука. Тут мудаки, а. Блин, что-то я опасаюсь тут ходить без приборка. Без прибора, без ПНВшки, а. То есть говоря. Так, может быть, я жизни найду, а. Сука, они все были с тихой пушкой, а. С МП-5, а? Ну, мудаки, что там жопа, а? Тига... О, прикольненький храмик такой. Тига, можно будет, правда, назвать. В скобочках... Катакомбы, в скобочках, затерянный храм. Прикольное название. Правда, сейчас я, похоже, погибну, с этим названием. Опа, похоже, тут толстячок идет. Очень даже громко. Сука, толстячок! Да ты уже прикончил меня, сука. Тут будет 20 на 2. Дима, больше, пожалуйста, не тупи. Не погибай, пожалуйста. Будь умнее. Ладненько, погнали. Я теперь знаю, что тебе... Блин. Дебилы, сука, выйдут, а? Только, правда, надо приготовиться заранее. Правда, не знаю, где лучше приготовиться, но думаю, тут. Нет, все-таки лучше тут приготовлюсь, правда, на самом деле. Тут посижу, а? Сука, есть. Первая цель. Давай, давай, дебил, тебя жду, а. Умная ты, сука. И последний дебил остался, их трое, я знаю прекрасно. Кто кому пойдет первое? Ты, сука, маскировочная. Да ты, сука, да ты бою, а. Есть, сука, я тебя кокнул, тупая эта тварь. Сука, мы правда не видим с этими хренями. Ладненько, все. Мы знаем, что этот дебил, толстячок будет там, поэтому...
Сейчас заранее перезаряжусь. Быстренько возьму дробовик, потому что он мощный. Закину сейчас, сука, этому дебилу вот так вот гранатку. Сейчас, скажи, две гранатки, а. Давай, дебил тупой. Иди сюда, еще раз, третий. Сука, иди сюда. Ох ты, сука. Как это я не ожидал, а? Это я себе не ожидал, а? Ёб твою мать. Ты, сука, грёбаный ты. Тьмущая этих трайгенов. Толстяк, сука, мудила. По поводу трайгенов, да, их тут тьма тьмущая, блин, на самом деле, сука. Ладненько. Ох ты, кажется, прикольненькая миссия. И храм полный блитрагенов, может так, хотя лучше затерянный храм на самом деле, а? В скобочках. Так будет, как сказать, поинтереснее название, нежели трагенов. Так, опа, патрончики на дайвовик. Так, а мне нужны жизни, а? Ой, класс. Надо будет по-тихому идти на самом деле, а? Тут могут, сука, даже... О, вот, сука, эта херня. Кто их травит, а? Ага. Кстати говоря, вот эта фигня, о чем говорил Дойл, а? Эти гребаные противогазы. Ну, хрень, кто-то их убивает, отравляет, а? Что-то дыхание задержать, как я понимаю. Сука, они, блядь, берут, прыгают сверху, мудаки, а? Что это за дрянь? Легкие просто горят. Не вдыхай этот газ. Чтобы его рассеять, тебе нужно уничтожать баллоны. Ну, держись подальше от испарений. Спасибо, спасибо, Дойл, я уже сам понял, а? Как я супер крутой Джек. И всем сам понимаю прекрасно. Так, тут у нас дальше, походу, веселуха будет, а? Так. Блин, вроде бы сюда. Ух ты! Это статуя Буи? Друг Будде. Так, сука, сука! Сука ты! Застали вы, дебилы, честное слово, да правильно вчера девчонка говорила, по-моему, Алина, что, блин, сука, когда они прыгали, было не весело, на самом деле так и есть, а. Когда они, сука, прыгают, это совершенно не весело. Ну, блин, какая же это херенная игра. Так, я не знаю, куда тут, чё? Вообще, чё, о чём? Куда идти? Давайте вниз сходим, а. Если, конечно, а, тут можно идти. Сука, дебил мог мне сзади зайти, а? Ах ты, сука, а? Нифига себе! Сука, крутилка-вертелка, а? Вот кто будет звать его Юа. Вот это, сука, Муди, это Юа. Опять этот противогаз, а? Ой, этот гребаный баллон. Отравляющий херней. Так, сзади никого не будет. Я понимаю, что впереди кто-то есть. Так, с трех патронов до сики умирают. Там у нас получился базучник, да? Ну да, трескин. Ух ты, нихера себе, ты меня запомнил. Ты точно меня. Сука, точно меня запомнил, а? Кажется, может быть, ты не прав. Ова, сука, застрял, Муди, а? Лучше тебя я убью, а? Сука, я вот не зря я повернулся на самом деле. Я так и знал, что, сука, какая-то мудива сзади ко мне придет, а? Так, воздушник у нас там, я понимаю. Где-то там сверху, не знаю, где он, а? Ладно, пойду я, сука, себе жизни поищу, а? Дабы они мне очень пригодятся, а? И потом, кстати говоря, у меня вообще на дробовике мало. Да порвешь, порвешь, а может, парень меня порвет. Может, я его убью. А че наверх сходим, а? Может быть, он сверху находится? Блин, прикольненький храм, а? Опа! Сука, патрончики, жизни, охеренно, и сохраненочка. Я достал дал. Что теперь? Отлично. Вот координаты передвижной станции связи. Теперь я понял, что такое паум. Видите, типа телефон, как планшет, как херня. Так, найдите способ выбраться из катакомб. Из затерянного храма, а не катакомб. Если что, такая... Катакомб это так. Затерянный храм будет намного интереснее. Только я так и назову. В копочках затерянный храм. Ты дебил там, а? Патронов у меня мало.
Он сам, походу, себя убивает, если я не ошибаюсь. На тебе, сука. На тебе подарочки. Ну ты сука. Ну ты сука, смотри какая. Так вот. Сука, он сам себя добил, придурок, а? Честное слово, сука, умом ты точно не блещешь, а? Большой гигант, а мозгов нет. А вот те, сука, уже умные, которые с пушками, блин, просто с пушками, невидимки эти гребаные худые козлы. А там уже, сука, умнее. Как нифига я не сдох об этой товарищей херня, это мне интересно. Так, сука, патрон больше нет, поэтому возьмем нашу любимую пушку. Блин, прикольные катакомбы. Я помню, почему катакомбы называются, но я назову, правда, затерянный храмик. Храм. Сука, ты баллоны достали уже меня. Дига, правда, красивый храм. Шикардосный храмик. Так, убирай, убирайся. Опа, папоротники. Так, это трава. Ой, патрончики. Опа, я дробовик. Вообще шикардосно, а. Я жгу, тут в этой миссии охеренно пригодится дробовик. Так, я не знаю, куда идти, но я думаю, сюда пойду. Ты видел? А, вот это люди. Сука, я видел. Понятия не имею, что тут творится, а? Походу все сзади ко мне зайдут, да, меня. Я же говорю, сука, сзади, а? Ну ты сука. Ой, все, возьму пулеметика. Давай, тварь. Иди сюда. Ну идешь? Ты серьезно? Сука, я готов. А, можно было так тебе побежаться и быстро их убить, а? Ладненько, черт с ними, а. Как-то надо их подманить, а? Сука, сейчас их так. Сука, классно, я тебя дебил, я перебил. О, сука, он идет. Сука, он идет, все. Сука, ебать вашу налево, а. Вы видели, как я отпрыгнул, классно, да? Ничего не скажете, суки решили. Опа, жизни, вау. Так, точно никого больше нет. Я вот сомневаюсь в том, что никого больше нет. Там, по-моему, еще придурок был с ним, а? Так, ладно, кто-то я всех убил. Тут ничего такого мы не найдем. В принципе, это не Far Cry 2 и 3, где можно валить везде. И уже искать открытый мир. Far Cry 3, я знаю, что там прикольная игра. Far Cry 2 я играл. С большим удовольствием еще бы прошел бы эту игру у себя на канале. Еще бы и нет. Это дебил, а? А, сука, ты хреново мудил, а? Как и тебя, сука. Опа, еще один. Там еще один дебил такой же. Правда, еще один такой же. Только стоит, правда, сука. Сука тупая, а? Ух ты, сука, я говорю, сука. Тварь, ненавижу этого прыгунчика. Прыгунчика, блин. Ого, сука. Я пору тебя в клубе. Сука, улети, а. Вот эта тварь, а. Я понятия не имею, где он. Ты покойник. На тебе, сука. Тихо, сука, он застрял. Кстати, видите, смотрите, сука, он бегает. Спортом занимается. Понятия не имею, что произошло. Посмотрите, сука, что он делает. Тоже так же двигается. Сука, не баканули, а? Ай, блин, классная игра. И этот тоже баганул. Ну, бля. Ну круто, сука.
Что это тебе ученые? Блин, посмотрите, раз поканул, два, три. Ты охереть, а. Правда, слоны прикольные, а. Блин, классно. Сука, этот чувак тоже, и чувак баганул, посмотрите. Блин, ну пипец, а. Нет, сука, тут еще есть. Так, ёпта. Где ты бил? Блин, сука, где ты бил, правда? Сейчас уже надо сосредоточиться. Сука, ты где? Ты где, сука? Я тебя все кончил, ублюдок! Сука, ты что тут? Ну ты, сука, взял все жизни мне просрал, а? Урод тупой, а? Да, походу, придется жить где-то жизни собирать себе. Ладненько, наша миссия, как я понимаю, подходит к своему концу. Скорее всего, да. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Увидимся в новой части, увидимся в новой прикольной части. Не болейте, не скучайте. Да, посмотрите. Джек, я засек сигнал Кроу рядом с тобой. Будь осторожен, он, похоже, двигается в твоем направлении. Понял, спасибо, Дойл. Всем пока-пока!